Уникальные архитектурные сооружения, каждое из которых без преувеличения можно назвать очередным чудом света, представлены в химкинском артишоке. Уменьшенные копии футбольных стадионов, расположенных в государстве Катар, где в 2022 году пройдут игры чемпионата мира, одними из первых оценили жители и гости нашего городского округа. Некоторые площадки предстоящего мундиаля напоминают стадионы в России. Впрочем, создатели признаются, опыт частично перенимали у наших архитекторов. Все эти стадионы абсолютно новые. Перед вами стадион, который построен в городе образования. Этот город тоже новый. Организаторы выставки уверены, у России и Катара есть намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. Манера живописи и фотографии мастеров двух стран перекликаются друг с другом. Выставка «Мы вместе» тому подтверждение. В экспозиции представлены работы Хусейна Аль-Джамана, чьи произведения хранятся в музеях России, а также других государств Европы и Азии. Многие из них украшают королевские дома Иордании, Бахрейна и Марокко. 7 своих картин Хусейн привез на выставку в Химки. В числе экспонатов – талисман, встреча, рай и бедуин. Воспитанный на советской культуре и литературе, и мультик даже. Поэтому ближе для меня. Я очень люблю Врубель. И все картины, которые в музее Третьяковский, я знаю по месту, по сантиметру я знаю. Все четко знаю, а где стоит Айвазовская, где стоит Варшавин и другие. Благодаря выставке в Химках страны не только могут обменяться опытом, но и укрепить дружественные взаимоотношения. Наше взаимодействие – это давняя традиция. Наш визит в Химки – показатель хороших взаимоотношений между нашими странами. Химкинский городской округ вносит свой вклад в укрепление международных отношений. Впервые представители государства Катар побывали в Химках на футбольном турнире «Кубок флагов». Тогда за победу сражались детские команды. Вскоре это предстоит сделать взрослым, но уже на чемпионате мира. Наши сборные по футболу только встретятся в 2022 году на футбольном поле Катара, а наши дети уже играли в футбол. Вот эта коммуникация начинается с каких-то простых вещей, как всегда. Благотворительное мероприятие, которое сегодня дает большую пользу и укрепляет наши культурные ценности между нашими двумя государствами. Глава городского округа Дмитрий Волошин и посол государства Катар в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль-Тани обменялись памятными подарками и символами дружбы между нашими народами – футбольными мячами. А для гостей из арабского государства выступили детские творческие коллективы. Выставка «Мы вместе» в рамках международного благотворительного проекта пройдет на территории всей России. После Химок экспозиция отправится в тур по стране – Смоленск, Курск, Воронеж, Нижний Новгород. Все вырученные средства направят на помощь детям с особенностями развития.